Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Sleeping Dogs, то есть псящие сны. Короче говоря, вы поняли, о чем я. У меня есть небольшое задание, с которым мы не покончили в конце предыдущей серии, под названием «Наркокрах». Я не понимаю, то ли эта игра баганула, то ли что, но я просто не могу увидеть момент сделки, когда они, собственно, между собой договариваются, что тут, что здесь. В одном месте просто продавец не подходит, то есть к покупателю. И я не могу понять, кто из них поставщик. То есть вот этот пришел, очевидно, с деньгами, да? А к кому он пришел? Вот вроде бы идет сюда. Он такой, опа, передумал. Говорит, да ну. А может, говорит, сюда? Нет, говорит. Так, это деньги. И вот попробую определить, то есть... Здесь методом тупого рандома. Или может быть это он и есть поставщик? Давайте его задержим. Потому что там все равно наугад. А, бежим, говорит, бежим. А ребята просто стояли, курили, получается. Он, не он. Но судя по всему идет сохранение. Неужели это на самом деле так? Это будет удивительно. Отлично. Хорошо. Так, ну а тут тогда что же? То есть во второй локации. Там вообще непонятно. Парк Яолин. Найдите здесь торговца, то есть поставщика. Или здесь просто смотрим. А, здесь даже надписи нет, понятно. То есть я в конце предыдущей серии просто маленько протупил. Что мне временами свойственно. Особенно под конец дня, особенно к вечеру, как сейчас. То есть я сегодня уже вторую серию записываю. Поэтому с меня взятки гладкие. Так, давайте уже, я не знаю, нам одежду новую надо купить. Мне эта куртка задолбала. Тем более на втором уровне уже там должна быть получше одежда, не те обноски. На Люси Лю похоже. Короче говоря, вообще-то нам сейчас нужно по полицейской теме задание у нас. Но тут парняга от нас чего-то хочет. Давайте узнаем, какой он. Накачанный. Ну да. From the club. She's been stepping out. Seen that long finger chow on the side. What? There's no way. Listen, man. I overheard her talking to him on a payphone outside her place. I guess she's keeping him off her cell. Какая новость, Тиффани нам изменяет. То есть по ней видно, что она... Если ничего, кроме столба не будет, она нам и со столбом изменит. Поэтому, я не знаю, на что рассчитывал вообще наш герой. Ну, давайте возьмем вот эту, только другой раскраски мне, потому что в оригинальной она не нравится, вот в такой. А вот в такой гораздо поживее. А так что-то вообще как-то не алло. Вот такой нормально, мне нравится. Так, ну пойдемте проверим таксофон. Скоро кто-то, похоже, будет кушать через трубочку. Тут уже дело не в Тиффани. Когда уж я побью твой рекорд, Джек Шепард, а? Нет у меня времени по прямым бегать, разгоняться. 2,5 минуты проехал, это офигеть. Где мне тут 2,5 минуты-то проехать на такой скорости? Пардон. Так, шо? Чё ты стоишь тут? Давайте посмотрим, очередная мини-игра? Или как? Ну да. Надеюсь, не подбор цифр. О, это еще даже хуже, чем подбор цифр. Ладно, хоть тут не на время. Так, а второй где? Где-то тут. Фу, неудобно этим аналоговыми стиками все это дело проделывать. Они у меня слишком чувствительные.
На данный момент у меня не обычный геймпад от Xbox 360, а Cytec Keyboard. Он, в принципе, такой же, только на нем аналоги расположены по-другому, как на DualShock'е PlayStation'овском. С одной стороны, это более удобно, но вот именно в данном случае не очень. Ах ты ж потаскуха. Calvin, wait. You were right, man. She's cheating. She's meeting him sometime Какая next week. Графика? Keep your eyes open, man. I want to know when they're meeting and where. Ну что ж, здесь скорее не Sun of the Beach. Сама ма бич. Здесь скорее Dota of the Beach. Если уж быть в теме. Не, во время дождя, конечно, здесь вообще все просто шикарно выглядит. Ну и так в целом графика приятная, а так во время дождя прям. Так, спокойно, без нервов. Ну что, поехали на полицейскую миссию. Дело «Сорви головы 2». Направляйтесь на недостроенный участок дороги. Ну, поехали, посмотрим. Хорошо. Безлюдно как. Мне нравится. Дороги пустые, это хорошо. Я что-то не помню у нас, чтобы тут был недостроенный участок дороги. Хотя я еще не настолько привык к этому городу. Кося. Сядьте в фургон. Хорошо. Последний раз. Сорви голова, насколько я помню, это местный участник гонок без правил, который кричал, что он лучший гонщик в городе. Хотя, может быть, это не он. Ну-ка. Так. Не-не-не, не туда. Отчеты. Секунду. Мне нужно паркануться, а то сейчас какой-нибудь грузовик впишется в меня просто. Так, сорви голова, кто такой? Я успел подзабыть уже. Негодяй утверждает, что обладает глубоким знанием. Так, ну да, да, это именно он. Много из себя строит, на самом деле не такой уж и крутой, судя по записям. Офигеть. Прям под колеса бросаются. Жизнь на помойке нашла, такое ощущение. Вот этот проезд был прям как в первом андеграунде. Было там такое место. Как сейчас помню. Я, кстати, периодически устанавливаю, так поигрываю в нее. Для чего же все-таки крутая игра? Let me fix my car up, then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Эти все кусаются. Так, мы тут приоделись. Он напоминает мне, знаете кого? В Форсаже был такой в токийском дрифте.
да и в последующих частях. Так. Первый пошел. Блин, где ты? Шо? Давай, 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 давай. Да где ты, блин? Блин, где оно было? Фу, непростая эта задача. На моих аналоговых стиках. Ладно, отходим. Сейчас, похоже, нужно будет проследить. Я не уверен, правда, что я... эта машина способна ехать с той же скоростью, что его. Но, по крайней мере, попробуем. Ну да, как сорвался. Чтобы на вас не обратили внимания, соблюдайте правила дорожного движения. Хорошо. Это как, за правило? Так, supposed to be Sun on Yi. Every time I turn around, that guy shows up. And usually the cops aren't far behind. Started racing the other day, talking tough. You think he's a rat? More undercover. They had a problem with that a little while back. You think they kill a cop and the police just go away? Sun on Yi's in trouble if he is. I mean, in K, what do I care? But if I was you, I wouldn't let him see you do anything and walk away. This town is full of morons, Naz. It's up to me to put them into place. Yeah? Why? Punk by the name of Ace, talking a lot of trash. Now the fool actually wants to race. No accounting for people's intelligence these days. You gonna take him out? Uh-huh. Motherfucker won't know what hit him. Tell people he's gonna take me down? What? Don't worry. He races me, they'll be scraping him off the pavement in sticky little pieces. Looks like you have little choice, huh? Нормальный, ребят, подход. Inspector, it's Wei. Hotshot's gonna race Ace. And he's talking like he's not gonna let Ace make it to the finish line alive. Do you know where and when? Not yet. And one other thing. Hotshot and his friend Naz suspect I'm a cop. Naz Singh? The drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. Fucking guy is playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. I agreed to help you, Inspector, but not if it gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Naz myself. All right, Wei, all right. For now, let me know if you find out anything about that race. Вообще подозрительно, да, когда появляется незнакомый парень и начинает быстро вклиниваться во все дела местных группировок. Там все начнут подозревать. И начнутся сразу посадки, то есть. Начинает подозревать, и не завязан ли он в чем-то эдаком. Так, ну поехали. Поставьте фургон штаба. То есть мы просто машину отгоняем. Понятно. Блин, насколько офигителен Гонконг. А вот эту игру именно то, что выделяет, это именно восточная стилистика. По-другому, то есть у игры шансов пробиться не было. Это уже показали достаточно многие игры. Взять того же Уилмана, там, что еще было такого в этом жанре. Просто тут рулит GTA. И шанс как-то выжить, это выделяться чем-то своим. Офигеть. До третьего уровня уже. Хорошо.
Эффект замедления времени при стрельбе из укрытия. Отлично. Пока что мне это сильно не пригождалось, но тем не менее. Так, ну что, давайте вот этот спарк возьмем. Да, собственно, что нам сейчас делать-то? Тихая поездка. Оплата больничных счетов. Давайте займемся вот этими сайдиками, что ли. Они достаточно интересные. И в бойцовский клуб надо будет зайти. В прошлый раз нам там настучали. Давайте на тихую поездку. Кипиша вроде особого нет. Там он только грузчик, что-то напрягся. Хорошо. Возможно, это хозяева идут. Оп, пардон. Офицеры. Местных тут полно. Гопников. Кругом бандиты. Надо будет как-то заняться этим районом. Мы часто по нему проезжаем. Но вот именно вот видеокамеру, гопников избить. То есть, все, что нужно сделать. Так, опять ты. What do you need? A ride. Wait in a second. Okay. Let's go, let's go! Нормально. What the hell? Эй, отцепись. Да садись ты, блин. That asshole was sleeping with my girlfriend. You can't just punch a cop. I know. Gotta have a getaway ready. Really appreciate it. A little warning would be nice. Oh, right, okay. Yo, pull this shit, you gotta learn to drive. Hey, think about dumping that girlfriend too, alright? Well, she's not exactly my girlfriend. I really like her though. She's got a nice smile. Dresses real nice. You're not even dating her? Отлично. Gotta be optimistic though. Son of a bitch. Is she with that guy? You mean like right now? Come on. We're Sun On Yi. Cops don't got anything on us. Son of a bitch. Нормально. What a getaway. Thanks, Way. Next time I need to hit a cop, I know who to call. Да, вы проваливаете. Ну ладно, для поднятия авторитета можно. Так, что там еще у нас есть? Оплата больничных счетов. Я думаю, сейчас вот сюда скоро посмотрим, что у нас тут вообще такое. Здесь выход наверх. Понятно. Это хорошо. Сэкономит мне кучу времени. Пистолет у меня почему-то куда-то девался. Ну да ладно. Может, патроны просто кончились. Но вроде бы еще были. Последний раз, когда мы дрались в предыдущей серии с гопниками в подворотне, я еще целился, то есть по машине. Но потом отпустил ее. Так, хорошо. Кушать мне не особо нужно. А вот машина бы не помешала. 200 метров. Блин, с 200 метров тоже машину, блин, воровать не особо охота. Но и бежать 200 метров это... Да ладно, побежали. По сути, это секунд 20 бега. Заодно город посмотрим, может, найдем чего. Было бы здесь еще, то есть, возможность лазить вверх по зданиям, как в том же Assassin's Creed. То есть, здесь небольшие элементы паркура есть. Но иногда прям хочется чего-то эдакого. Так, что там раздаешь? Ну, ладно. Ладно. Там у вас что, карнавал закончился? Нет, похоже, гуляют еще. Мобилки продаешь. Что там есть? Мы здесь, кстати говоря, с начала игры не было.
небо Ли. Лифчики. Прикольно. Новая кровать. Так, ну, давай попробуем. Show me what you have. A man like you needs a good bed. I could help with that. Make sure your nights are as relaxing as possible. Хорошо. You got a sale. Thank you. Someone will deliver it soon. I hope you enjoy it. I hope too, my dear. Так, а ты что продаешь? Абибасы всякие опять. Поддельный свитер. Давайте футболочки походим маленько. Шляпу брать не будем. Тут тоже ничего особо. И все. Благотворительностью заниматься тоже неохота. Mrs. Chu suggested I talk to you. Is she a friend of mine? I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can't pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Ну а что, тоже выход, да? Сколько за такую работу могут заплатить? То есть... По-моему, это достаточно рискованно. Так, без кода? Нормально. Пойдем посмотрим, что у них за приличная машина. О, ну да, приличная. Когда-то это была хорошая машина, но явно не сейчас. И резко так, пока мы ехали по подворотням, наступило утро. Оп! Это было неплохо. Скоро у нас третий уровень будет. 2000. Не так уж и много. Вот если за угон посадят, это будет уже печально. Неужели тут и на лодках можно плавать? Давайте попробуем. Хотя, конечно же, можно, если учитывать, что у нас, скажем, вот здесь есть игральный притон. Давайте, кстати говоря. Так, а тут что? Быстрая поправка. По поводу измены. Ничего нет пока. На обмане далеко не уедешь. Это не оно? Поехали сюда. На лодке тоже достаточно круто. Ой! Последний момент заметил. Здесь как-то единственная претензия, то что между совсем дальним и совсем близким фоном все мылится, и поэтому вот такие вот препятствия достаточно сложно заметить. Но в целом нормал дэй. Припарковались. И пойдемте посмотрим машину новую. Хотя там свалка опять. На свалке ты нормальную машину не купишь, поэтому не пойдем туда. Так, километр езды. Хорошо. Тут можно что-нибудь купить? Драй, Dragon Kick.
Давайте купим. Отлично. Так, пойдемте к парковке. Вот такую же машину только что убили, по-моему. Только она, ну, убитая, то есть совсем была. Поехали на прайме. Он говорит, вот бы мне, говорит, пожить твоей жизнью, хотя бы на денек. Так, ну, поехали. Оно вообще в этом городе, нет, находится? Что-то... Достаточно далеко как-то. Понятно. Через гористую местность пришлось проехать. Ну ладно. Вообще вот это вот даунтаун, то есть центр города, он мне почему-то напоминает дико Сан-Андреас, там был Лос-Сантос, как вы помните. Ну, то есть копия Лос-Анджелеса. И в центре там было очень похоже. Да, блин, не лезь. Шо? Так, чё у вас там? Здоровяка нет? Значит, можно и побаловать. Да. Давай. Внутри это не такая уж страшная проблема. О, ушел. И этот ушел. А тебе хватило, похоже, да? Ты смотри, не хватило. Ну давай тогда приляг. Так, вот сюда вот. Наверное, это достаточно больно, если об диван с размаху головой, об мягкую перину. Бейсболку нашли. Отлично. Давайте посмотрим, что ему нужно. По-моему, это все-таки... Не насчет Тиффани. Я не помню, как тот квест просто назывался. I'd have won, but Big Nose Chan cheated. He called the cops on me just as I was getting to the finish line. I barely escaped. Will you teach him not to pull that shit on your turf? Yeah, sure. Найдите машину победителя, пока он не уехал. Отлично. Ты не против, если я возьму вот этот вот Лансер и поеду на нем? А, еще и на время? Блин, надо спешить тогда. Камера, не подводи меня в такие моменты. Насчет камеры серьезные претензии. Во всяких закрытых местах просто вообще, то есть, полный капец. Содом и Гоморра. Оп. Шо? Оп. Ему, наверное, достаточно обидно будет. Так, не с той стороны поехал. Ладно. Интересно, будет считаться, если я машина его машины ухайдакаю? Или обязательно нужно взять монтировку и поломать? Ну да. Обязательно монтировка.
принципе, не критично, но... Машина в ноль. Да ты успокойся. Да блин. Что ж ты? Что делаешь ты, скотина? Да ты посмотри. О, затылочка. Об асфальт приложился. Аж он порвало всего. Так, уровень третий. Вы можете разрушать врагов с холодным оружием, выполняя захваты. Отлично. Но только когда шкала авторитета. Понятно. Тем не менее, это было достаточно полезно. Так, теперь у нас третий уровень. Тут, в центре города, я думаю, как раз на этот уровень могут быть вполне неплохие виды одежды. Тут он лимузины ездит. Вообще машины солидные достаточно. Типа вот этого Лексуса. Пойдемте посмотрим. Пора уже приодеться. Достаточно неплохой вес местной группировки я заполучил. Ну, то есть Вэй, конечно. Так, давай посмотрим, что у вас есть. А, четвертый. Ха, что-то отстой какой-то. На ноги, потертые джинсы. Куроны. Потертости специально разработанные для соблазнения. А, ну давай. От курона у нас джинсы. Обувь. Четвертый уровень. Бабу-укладчик. Так, приличный авторитет. Да, попробуем, что для разнообразия. Пятый уровень аж. Спортивные часы и козы. Давай. You're most welcome, Mr. Shan. Хорошо. Так, ну и что? Что у нас дальше по заданиям? Доступные задания, ложитесь спать. Понятно. Так, нам нужно домой, и нам нужно такси. Вон такси. Но оно, скорее всего, уедет, пока я добегу. Да, блин, я же зажимал кнопку, ну... Ай, ладно. Не, ну вы же видели, там внизу пошла эта шкала, то есть... именно... Когда зажимаешь, она появляется. Это что-то в очередной раз пошло не так, видимо. Ладно, уж доедем на этой машине, что нам остается. В принципе, заодно, может, рекорд подымем. Тут, конечно, не 2 минуты ехать, но мало ли. Все равно, Джек Шепард, когда-нибудь я тебя превзойду. One day. А нет, уже съезжаем. Но вот так вот, не на полной скорости, если ехать, то запросто, без проблем, было бы время. Ну, уже 44 секунды. Шо? Что там за беспорядки? Пьяница? Кто из вас пьяница? Ты что ли? Да успокойся, нормально все. Все? Нормально? По дороге домой так. Так, все, где наш вейпоинт? Здесь без вейпоинта уже доедем, конечно. Но пропал.
тем не менее. Хорошо. А вот он, приехали. Блин, оттуда можно было заехать. Мой любимый массажный салон. Фу. Так, подожди, что это такое? Какое нафиг такси? Ты что, издеваешься, что ли? Сам давай себе такси ищи. Это насчет Тиффани? Find out? Yeah, she's meeting him later today. I don't believe this. Подождите, Тиффани у ее квартиры. Ну давай подождем. Возьмем, пожалуй, в этот раз мотоцикл. Такая вот у нас Тиффани, короче говоря. Ну, я не знаю, но это прям так настолько очевидно было, что какого-то удивления вообще не вызвало. Так, и квартира, похоже, примерно там же находится, где и клуб. Ладно. Ну, чтобы удобнее, то есть. Да, недалеко. Давайте посмотрим. Проследим. Так, эта надпись бы еще исчезла. Вот она мне перекрывает временами обзор. Смотри-ка, а быстро едет. Надо спешить. И при этом стараться не нарушать. Что тоже довольно критично. Так, ну от нас не уйдешь, конечно. Так, я думаю, на таком расстоянии будет нормально держаться, да? Сейчас посмотрим, что в итоге, к чему это приведет. Ну, Тиффани это такая... Ой, да я не хотела! Китайская блондинка. Даром, что брюнетка. Опа-па. Ну это все. Ударьте, Тиффани. Обязательно, чтобы ударять. Hey, what the hell you think you're doing? Who are you? Wei Shen, motherfucker, who you? Oh, so the big triad gangster is mad now? Only the big triad gangster can sleep with other people? Whoa, triad? I'll see you later. Who is this not pink person? You think you can fool around on me and I don't care? Look, she didn't mean anything to me. It was just part of work. Work? You think I'm an idiot? You think you can go around jumping into other girls whenever you feel like it? Well, what's good for Yang is good for Yin. Okay, okay. Look, I'm sorry, all right? I never meant for you to get hurt. Huh. Some excuse. So you're gonna dump her now? Stay loyal to me? Or do I have to go find another man to keep me warm? Let me see what I can do. You know, I thought you were different. I guess not. Goodbye. Я еще подумал, когда этот... А...
То есть, когда со всеми тремя встретился за раз, подумал, блин, а это ни к чему не приведет. Ты что, думал, так просто отделаешься, что ли? Так. Оп, с прогиба. Пардон всех. Короче говоря, это было незапланированное действие. И уедем на ее машине, конечно же. Так, здесь у нас есть камера. Давайте ее поломаем сразу. Так, и в принципе с этим районом можно будет покончить, я думаю. Смешно получилось. Так, ну, камера, допустим, вот, а щиток у нас где? Скорее всего, где-то у стенки, да, вон. Сейчас опять методом случайного подбора нам нужно будет отгадать правильную комбинацию. Так, так, и, пожалуй, вот так вот. Так, девятка, семерка и шестерка есть. Ну-ка, семерка, шестерка. Подожди, нет. Девятка на месте. Здесь шестерка, здесь семерка. А, подожди, да. Понятно, теперь эти. Так, тут... Нет, шестерка тут была. Тут будет пятерка. Тут будет шестерка. А тут семерка. Да, блин. Пятерка. Все, я уже сгоняюсь. Я не помню только что, что я делал. Пора отдыхать уже нафиг. Так, ну шестерку с семеркой меняем местами. Че уж... Все уже, по полной торможу. Хорошо, и бандитов давайте сразу уничтожим, которые поблизости. Это тоже поднимет наш авторитет. Примерно как то, что мы свою бывшую девушку только что с прогиба прокинули. Но, что ж поделать. Так, где вы, ребят? А вон они стоят. Ох, сколько их тут, елки-палки. А, ну там, походу... Блин, громилы есть, конечно. Трое только опасны для... А, нет. Все похожи, да? Или нет? Ну, давай. Так, спокойно. Блин, как хорошо блокирует. Давай, давай, давай. Да, блин. Как обычно, как громило, так начинаются проблемы. Сейчас мы огребемся, похоже. Да, блин. Ну да. Блин, серьезно, ребята. Один громил, и сразу начинаются уже какие-то такие вот... стычки непонятные. Так, очнулись мы в больнице. Сегодняшняя серия, у меня неудачник какой-то персонаж. Так, ну все, давайте уже вернемся домой и ляжем поспать, посмотрим, к чему это приведет. Так, а почему у нас... А, понятно, ложитесь спать, это все примерно в одном месте. Такси есть поблизости? Он, по-моему, едет. А, нет. Так, ну, придется пешком, что ж поделаешь. В принципе, 150 метров, конечно, но, блин, все равно. Я так и не понял, кстати говоря, где мне брать... Так, вон такси. Мы здесь уже почти пришли. Где мне брать оружие? Неужели только у врагов его находить?
Я думаю, в будущем появятся какие-нибудь магазинчики, в которых будут продавать огнестрел. Ну, то есть, понятно, подпольные, нелегальные, но тем не менее. Так, хорошо. Нормально. Что за новая кровать тут у нас? Ну, чуть-чуть получше стало вроде, да? Все, ложимся спать. В очках спал. Бывает. Так, ну и все, я думал, какое-то важное сюжетное там происшествие произойдет, я не знаю, кто-то нападет или что. Но, судя по всему, нет. Давайте тогда на этом заканчивать. В принципе, в этой серии я не скажу, что добился там чего-то сверхвыдающегося, но, по крайней мере, вывели Тиффани на чистую воду и наказали ее, как умели. Такой уж у нас персонаж будет достаточно отмороженный. Короче говоря, в следующей серии мы поедем к дядюшке По, а дядюшка По — это, похоже, местный один из, то есть, ну, короче говоря, босс. Судя по всему, мы познакомимся с ним, и в ближайшем времени уже поступим на уровень выше, уже отойдем от этого магазинчика «Золотая рыбка», от этого ресторанчика, и уже займемся более серьезными делами. Так что нас ждут великие дела, увидимся в следующей серии, надеюсь, вам нравится. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.